Сегодня мы готовим картофельные котлеты. Варим картошку, мнем и даем остыть. Добавляем яйцо, муку, чеснок, перец, розмариновая соль, кто знает, тот знает. Формируем котлеты и обжариваем с двух сторон до золотистой корочки. Для соуса обжариваем лук с грибами, добавляем муку, немного воды и смесь сметаны с горячей водой 50 на 50. Лавровый лист, солим и готовим до консистенции соуса. Котлеты поливаем соусом и подаем. До завтра!